Всем привет и добро пожаловать на канал Apple Norris, и сегодня мы продолжаем Call of Duty. И я не знаю, что мне говорить сейчас, потому что, по-моему, у меня не было кучи здоровья с прошлой миссии. И патроны мне не установили. Сволочил. Нам не сюда. Эх. Рядовой Бакатин. Рядовой Федорчук. Ай-яй-яй-яй. Рядовой Воронин ранен. Рядовой Воронин ранен. Ну, по крайней мере, здесь врагов полно. Полно. С них будут против петлишки. О, классно гранату кинул. Иди вперед, да. Я тебя не задерживаю. Аптечек нет. Ой, да ладно вам. Зарон. А теперь я могу спуститься вниз и взять аптечки, потому что здоровья мало, а врагов много. Полезно будет. Окей. Снайперка лучше, по-моему. Но убирать не приходится. У меня просто нету более точного оружия. Ай, Федорчук, что вы делаете? Хорошо кинули гранату, такую большую. Ну идите. Идиоты. Федорчук умер. Да ладно. Ай! Падла. Ох. Секунду. Я возьму свою снайперку. Что? Там уже все веселье без меня началось. Слушай, ты куда? Парень, вы дебил! Ау! Отлично. Ну ладно, вот у меня все пригодится. Опа. Бед, парень. Перегрузи. Ну я не знаю. Ну, я не знаю. Ты этот парень снайпер? Что ты делаешь? Я знаю, что он там, но... Где? А, да, мне не надо высовываться, чтобы его увидеть. Вспомнил. Из окна. Окей. Снайперка, это хорошо. Оу. Лежать. Зря патроны расходую. Есть еще кто?
Не похоже. Эх, мне вниз, да. Обычная массина. Без патрон. Ну не за каром же возвращаться, в самом деле. Окей. Сейчас у меня будут... Ай. Надо было сперва проверить здесь. О, как он меня выстрелил. Солж такая. Ладно. Я знаю, что вы там. А, они уходят. Ай, сволочь. Еще и попал. Как так? Ну ладно. А сейчас меня будут бить. На ближней дистанции. Подозреваю. Куда мне? Мне надо перебраться туда. Дороги я не вижу, так что, видимо, мне придется идти в обход. А следовательно, за углом будут противники. Я же прав, да? Чё? Что? Окей, я ожидал, что здесь будут противники. Тогда мне куда? Ау. Я вижу тебя. О боже. А теперь я буду жалеть о том, что я выкинул свою гранату. Стой, вставай. Недолго там лежать тебе осталось. Ай-яй-яй. Там есть аптечка, но я до нее не дойду. Лежать. Дойду. Вроде бы больше врагов нет. Ну, по крайней мере, я теперь знаю, куда мне идти. Откуда выбежали враги, там есть путь. Может, только аптечка здесь была? Парни, вы меня разочаровываете. Либо вы их съедаете вовремя, либо, я не знаю, вы как-то ходите без аптечек. Окей. Сейчас снова туда пойдут, да? Нет, это с другой стороны. Готово. Нет, не готово. Вау. Иногда эти пулеметчики живучие, чем некоторые сержанты. Так. Куда здесь я могу пройти? Что я могу здесь сделать? Главное не умереть. Как-то я грубо пошел сейчас. На самом деле. ПВШ. Классный пулемет. Оп. Аптечка. Гранат у меня больше нету. Это было довольно глупо с моей стороны бросить гранату. Кто проектировал это здание? Почему здесь пустота? Ее можно было использовать внутри здания. Вы что? Куда смотрит? Куда это окно смотрит? Что? Кто? Что? Какого черта? А! Я туда не смог попасть.
Впрочем, чему я удивляюсь? Да. Похоже, что он не вниз. И сквозь канализацию. О, да. Ух ты. А вы как сюда пришли? И мне кажется, ли у вас одинаково фамилия? Нет? Мне немного показалось. Извините. О, сержанта надо убить. Ой. Слушай, как он вовремя лег. Сколько их тут? Парни, нам везет. У меня есть снайперка. Прикройте меня! У вас только ППШ. Так что да. А, нет, у вас тоже есть снайперка. Так почему вы не стреляете? Рядовой. Ой, куда я выстрелил? Такое ощущение, как будто эти немцы не боятся смерти. Рада, семичастный? Шабаршин, что вы делаете? Где еще немцы? У меня еще полно пуль. Кого вы стреляете, шабаршин? Понятно. Чёрт подери, как я его не убил? Есть здесь гранаты? Хоть какие-нибудь? В этих домах вообще кто-нибудь жил? Такое ощущение, как будто это пустые коробки. Серьезно, вот смотрите. Здесь даже нету намека на пол между этажами. Которых, по идее, должно быть минимум 3. И нету входа в здание. Хотя... Может быть, это было входом. Но нет. С этой стороны намек на полы есть. Кажется. Под окнами. А с этой? Нету. Кто проектировал эти здания? Серьезно? Ой, черт! Я думал, это наше подкрепление. Как-то я не заметил, что у них серая униформа. Ладно, я шучу. Я просто полностью реагировал. Ладно, я помню, здесь у кого-то из вас лежала аптечка, которую я не использовал. Можно ее забрать? Спасибо. Шабаршин, где семичастный? Надеюсь, вы его не разорвали гранатой? И он... А, да. Он стал семичастным. В полном смысле этого слова. Окей. Знаешь, все очень плохо. У меня кончаются патроны. Вау. Спасибо. Слушай, он не умер, да? А, нет, умер. Надо чаще сохраняться. Как он умер? Как его стрелять, этот сволочь? Ой, да ладно, как я в него не попал. Хорошо, что он поднял свою голову. Стараюсь стрелять как можно меньше своих. Но, похоже, у меня это не очень хорошо получается. Потому что я начинаю стрелять гораздо меньше во врагов. А это минус. Хм, мне хватит ли патрон на этой винтовке? Потому что врагов здесь реально много. Они стреляли куда-то в эту сторону, значит, у нас где-то здесь могут быть подкрепления. Привет! Шаталов, вы пойдете со мной? Серов. Ну ладно, мне, наверное, к вам.
Шонин. Да. Поздравляем с новым званием младшего сержанта, Алексей Иванович. Еще один снайпер мне не помешает. Этим утром немцы захватили четырехэтажное здание рядом с мельницей на Пензенской улице. Это очень важное здание, Алексей. Из его окон можно получить обзор города во всех направлениях. Это вообще легально? А также более точно наводить артиллерийский огонь. Чтобы отвоевать здание, около 4 часов назад я послал несколько солдат в разведку, но с тех пор от них не было никаких вестей. Я хочу, чтобы вы отправились туда и выяснили, в чем дело. Если найдете разведчиков, окажите им поддержку. В противном случае немедленно возвращайтесь и доложите о ситуации командному посту. Сегодня поступили сведения, что на дороге высока вероятность действия снайперов, поэтому советую воспользоваться канализацией. Майор ВС Зубов, 13-я гвардейская дивизия. Ох, господи. Да, я снайпер. Но теперь я туннельная крыса. Нет никакой нужды этот глупый кровавый бойня между нашей нацией. Германский народ не есть ваш враг. Если вы сдаться, мы хорошо обращаться с вами. Вы получать много хорошей одежды. А вы таки обещаете? Ранени будем лечить. Германская да? Армия ваш друг. А шекели будут? Нет, подождите. Шекели таки будут? Нет? Ну вы вообще антисемит. Окей, пойдем дальше. А как я здесь застрял? Теперь я по-настоящему туннельная крыса. Ах, не хочу я туда спускаться. Фу, это ж канализация. Да-да-да. Еще один. Ой, их там двое. Парень, высунься. Я знаю, что ты там. Спасибо. Может, у него есть патроны к моей винтовке? Ой. Ну-ка, не надо мне тут. А... Парни, у вас снайперки нету? Отлично. Я не хочу... Ой-ой-ой-ой. Вот это я зря вышел. О-о-о. Советские комрады. Да-да-да. Мы и так знаем, что штекели не будет. Вы антисемит. И все с этим ясно. Если вы сдаться, мы хорошо обращаться с вами. Вы получать много хорошей одежды. Вкусный горячий еда. Ранени будем лечить. Окей. Германская армия ваш друг. Ай! Сволочь! Как ты меня попал? Ну, я могу пережить еще три такие тычки. Ох, какие они умеют. Вот это действительно вопрос на миллион. Ладно, такие снайперы или кто? Окей. Я таки снайпер, так что я должен был бы убивать их на более дальней дистанции, да. А. Как хорошо быть туннельной крысой. И как же плохо одновременно. Где они? Я точно помню, что они были здесь. Ага. Куда он стрелял? Оу. Не умер. Встал. Слушайте, я его в руку задел, он не мог умереть. Или мог? Посмотрим. Но у меня на этот раз есть пистолет.
черт, это сы еще. Попович попал, Романенко. Это свои. Все свои. О! Почему меня не пускало сейчас сюда? На ПВШ куча патроны, это приятно. Не станет. Ладно, побошла тоже снайперка. Не очень, конечно, но снайперка. Советский камраден, мы не имеем ничего против простой советский солдат. Ваши вожди хотят воевать. Они посылают вас на войну, которую вы не можете выиграть. Разве вы можете верить вашим командирам, которые стреляют в вас, если вы попадать в плен или отступать? Германская армия не ваш враг. Сдавайтесь. Нет, ППШ хорош, вы снайперка, но не на таких дистанциях. Увы. Я бы сдался, только вот вы меня стреляете. Я могу верить в тому, кто в меня стреляет? Я думаю, нет. А вы? Ой. Окей. Ну... аптечки бы не помешало, на самом деле. По 44? Ай-яй-яй! Я поздно услышал эти шаги. Хотя... на эти гранаты у меня тоже не распространяется мод. О, да. Это в меня что попало? Осколок от моей гранаты? Нет, снайпер наверху. Я стрелял лучше. Только патроны у меня меньше. Стоит ли возвращаться назад за аптечкой? Я не знаю. И, наверное, нет. Так я начал бить. О, снайперы, снайперы. Ко мне никто не идет. А раз никто не идет, то зачем париться? Как оно вытаскивается? А, заряд входит в гранату. Ай! Заряд входит в гранату! Заряд входит в гранату! Кстати, граната довольно далеко бьет. Я серьезно, она меня на такой дистанции ранила. И снова у меня нет здоровья. Ау. Ну, это даже плюс. Сейчас у меня будет больше здоровья. И я знаю, что там будут противники. Второй бум. Второго бомба нет. Парень, я вижу твою кепку. Вылазь. Либо ты вылазишь, либо я кидаю туда гранату. Тебе не понравится ни то, ни другое. Окей.
На то мы порешили. Далеко бьет. Я серьезно. Увидели, где он стоял, а где была граната. Эта граната его убила. Ух ты. Хорош. Не настолько хорош. Я понимаю, что я зря ее, наверное, использовал. Потому что мне здоровья там не хватало единиц, двух, трех. Но... наверное, того стоило. Вы издеваетесь, я в это не полезу. Ау! А немцы полезли, свиньи. Ты это умрешь или как? Вот теперь я буду жалеть о том, что я... что? Что я взял ту аптечку. Потому что назад теперь мне не вернуться. Там стоят снайперы и палят проход. Доблестные солдаты красные, вы не боятся, сдавайся. Германская армия имеет хороший дисциплин. Вас уважать и жалеть. Если вы хотите жить, не сопротивляйся. Бросайте ваше оружие и ходить ближайший германский патруль с вашей руки за голова. Это значит вы сдаваться. Вы получать горячие еда, водка, лекарства. Когда война капут, вы возвращаете ваш семья. Да, вряд ли Россия проиграет. Понимаете? Она раз в пять больше Германии, как минимум. А Советский Союз так еще больше. Серьезно. Так. Вот я бы не отказался от аптечки. Но, мне кажется, я ее не получу. Там могут быть враги. Ох. Какая классная граната. Я серьезно. Оп. Не попал. Оп. Попал. Ладно, раз никто не убил, значит противников там нет. Там есть наши идиоты. Окей. А там есть. Савинкин. Савинки. Хорошо стреляет. Господи! Севастьянов, вы дебил! Господи, какой вы дебил! Зачем вы выбежали прямо передо мной? Сидите тут. Ё-моё. Да, замечательно. Севастьянов есть. Этот трек. Хорошо. Не очень хорошо. Бум. Лежать. Севастьянов. Сидите тут. Сиди тут, Севастьянов. Господи. Отлично. Я не буду это использовать. Хорошо, прикрывайте тылы. Я практически уверен, что там никого не будет, ну ладно. Вы специально в белое оделись, чтобы... ай! Замораться здесь как можно сильнее. Да?
Но. А так-то лучше. Мне там не хватает единицы здоровья, и я не хочу использовать большую аптечку, чтобы лечить единицу здоровья. А, черт, снайпер. Окей, значит сейчас будут меня бить. О, граната. Ну, по-моему, я их ранил. Севастьян, вы дебил. Господи, какой дебил. Господи, зачем вы еще вылазите под прицел? Вы же видели, что я здесь стреляю. Да, мне не хватало единицы здоровья. Окей. По крайней мере, здесь должно быть меньше противников, я думал. Надо меньше думать, больше стрелять. Да, хороший вариант. Окей, Севастьянов, на этот раз не нарвитесь на мою пулю, пожалуйста. Ладно. У меня кончаются патроны во всем. Массину я не хочу менять. ППШ тем более. Есть патроны? Храбрые советские солдаты! Не имеет зло на простой советский камраден! Это ваш Сталин хотеть воевать для себя! Зачем вы верить ему? Он есть плохой для вас! Зачем умирать за такой человек? Вы еще хуже для нас. Титов, обратно сюда! Господи, вы дебилы, да? Елисеев, Титов, какого черта вы сидите? Ладно, этих парней я спасать не буду. Это уж точно. Они мертвы. Елисеев, Титов, простите, но вы дебилы, и вы можете умереть сами по себе. Я в этом уверен. Где граната? Она же должна была взорваться уже. Вы что, пули непробиваемые, парни? Вы... как вы выживаете? Или это немцы вас так плохо стреляют? Вы не ранены даже. Удивительно. Господи, как вы выжили здесь? Ай! Спасибо. Но менять свое оружие я не буду. Потому что знаю, что оно мне может еще пригодиться когда-нибудь. Вот, например, сейчас же пригодилось. Отлично. Ладно, всем спасибо за то, что посмотрели эту серию. Мы с вами встретимся завтра. Примерно в то же время, я надеюсь. Ну... не забывайте подписываться на канал Грави, на канал Тестера и на мой, если вам понравилось видео. Всем спасибо, до свидания.